Кидаться на великана в одиночку не слишком рассудительно. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гелиом, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Странно. Великаны обычно избегают населенных мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор? Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гелиом сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей. Почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусенте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелиома. И я сопровожу вас к княгине. Важный парень этот Гелиом. Пальмерин позаботился о его воспитании. Это его родич. Шевелись, плотва. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Подержи. Нет никого. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? Я вас всех перебью! Не будь я Мельтон де Пирак! У нас гости, берегись! Одобрись!
милости! Я вас на котлеты порублю! Их сюда запах крови привлек. Ищем дальше. Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да, смрад ужасный. От одежды остались окровавленные клочки, но качество сукна отменное. Значит, жертва была человеком состоятельным, да? Похоже на то. Кровь. Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. Я нырну, посмотрю, может, они что-то упустили. Монограмма ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Надо обыскать дверь. Только хлам, принесенный рекой. Продолжаем поиски. След от лодки, которую толкали в реку. Гвардейцы вынули из сети тело, погрузили на лодку и куда-то повезли. Осталось понять, куда. Надо бы его осмотреть прежде, чем оно начнет разлагаться. Спросим завсегдатаев корчмы. Они наверняка смотрели за стражниками и знают, куда поплыла лодка. Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день, когда из сети вынули из Кромсона останки. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делакруа? Нет. Он стал жертвой бестии. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями, но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. И много у него было врагов? Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, к которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернемся к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Вскоре я тебя покину. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусен. Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриеттой. Анриеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамилию. Безобразие не учиняй. Сюда заглядывают купцы, сборщики податей и сплавщики.
что может быть... Нигде в Тусенте не найдешь лучшей похлебки из раковины. А что, у нас своих смельчаков не хватает? А оказалось, что она на банке четырехпалого работала. Отправляла бедолаг аккурат Ганзе в лапу. А ты сам-то в это веришь? Да, чиновник просит о помощи. Может, удастся неплохо заработать. Клянусь честью. Неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин де Пейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще. Но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть свет, как обычно. Смотрю, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев досточтимой княгиней, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин де Пейрак Пейран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином де Пейрак Пейран. Довольно меня подначивать. Геральт – мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт, не то мы тут до зимы останемся. Было раннее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу... Клянусь честью, к делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на раков. Потом-то что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? Никого не было, только я. А особенного... Что ты увидел? Только если я еще раз услышу, что небо было красное. Голова прямо на воде была. Глаза вытаращены такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел останки? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в город. Вернулся с гвардейцами. Они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали. До того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корво-Бьянко, чтобы держать на холоде. Что? Корво-Бьянко — это вотчина барона Росселя. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы в конце концов захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Россель сидит теперь на содержании у брата в Виковарах. А я ведь говорил Росселю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы в конце концов сообразили, что обещания ничего не стоят. Такие времена. Современные рыцари — лишь бледные тени прежних героев.
правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Благодарю за гостеприимство, мне пора. Пойду осмотрю тело. Корва Бьянка недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги, наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда, тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то? Еще до отъезда в Велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Но, похоже, это долгая запутанная история, без сомнения уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мильтон. Сударь, с таким посадом ты удачный.